В нашей комнате есть 9 кроватей. Вот она моя. Марьяна Чебодаева показывает обычную для летних детских лагерей обстановку. Кровати с подушками, матрасами, одеялами. Все как везде. Походы в столовую, совместный отдых, отбой на закате. Со своей школы я приехала одна. Заселилась в комнату, со всеми познакомилась и мы хорошо общаемся. Равняйся! Смирно! Разница с отдыхом в других лагерях, конечно же, есть, подчеркивают организаторы смены. Берков стал площадкой для лингвистических общеобразовательных программ. Нынче 100 детей, представляющих все районы Республики Хакасия, мотивированные на изучение иностранных языков, хакасского, русского, немецкого, английского, приехали вот с тем, чтобы стать участниками нашей смены. В преподавателях только носители языков, которых выбирали на конкурсной основе. Есть даже два кандидата филологических наук. Занятия будут проходить в игровой форме, но не более 2 часов в день. Потом детей, естественно, будет ждать обед, отдых и культурная программа. Как по мне, летом нужно как бы общаться, находиться на природе и развиваться, может быть. Мне нравится английский язык, и общение с носителями и с учителями очень помогает для его изучения. Я поехал на языковую смену, так как я сам изучаю немецкий язык и хочу в дальнейшем использовать его для своей профессии, для своей будущей жизни. Смена продлится 21 день. Программа получила высокую оценку на республиканском уровне и была названа лучшей в 2019 году. Андрей Пахомов, Дмитрий Щеглов, РТС.